девочки нет, но остался дневник детского сердца, слезы и крик. Дети мечтали о корочке хлеба, дети боялись военного неба. Этот дневник на процессе Нюрнбергском был документом страшным и веским. Плакали люди, строчки читали, плакали люди, фашист проклиная. Данин дневник — это боль Ленинграда, но прочитать ему каждому надо. Словно кричится страничной страничкой, но не должно это все повториться.